Следующее блюдо — удон с курицей. Разогрели масло. Закидываем курицу замаринованную. Хорошо прожариваем, добавляем соевого соуса, добавляем лук, морковь, добавляем стручковую фасоль, пекинскую капусту, шампиньоны, добавляем соевого соуса, перемешиваем овощи с мясом и соевым соусом. Добавляем чеснок, добавляем имбирь, добавляем лапшу,
Сразу добавляем соевый соус, чтобы лапша стала мягкой. Перемешиваем лапшу с овощами и с мясом. Еще добавляем немножечко соевого соуса. Включаем. Лапша готова. Выкладываем красиво на тарелку. Нам осталось только добавить кисло-сладкий соус, которую мы заранее отварили. И посыпать кунжутом. Лапша удон с курицей готова.